Я отошел, он на меня залез. Это нормально или нет? О, меня ваншотнули. Что это такое? Почему? Уже 2 миллиона денег. И могу теперь пойти купить себе стадию наконец-таки. Давай, и что в мешочке лежит? Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Нинджа Джуса. И мы сегодня с вами заценим новенький симулятор от Влюкса. Прождал я долгую загрузку и наконец-то меня сюда подгрузило. Сейчас мы будем вместе с вами тестить, что здесь вообще существует. Я вижу здесь босс Нубик, которого, по всей видимости, нужно завалить. А как его бить? У меня что-то не получается. На, получай, получай. О, за каждый удар я получаю гему, что ли, или что? А ты... Он меня не бьет. Это баг или так и должно быть? Или типа ты Нубик, поэтому ты не будешь со мной драться, а? Ну-ка, ну смотрите, за него в принципе нормально так кристаллов дают. Если за каждый удар, то 100 кристаллов можно с него собрать. Хотя я уже 20-ку получил. Ну да, за каждый удар дают 1 кристалл. Так соответственно, мы сейчас должны его завалить и получить где-то 50. Я не помню, сколько у него было здоровья, когда мы только сюда пришли. Ну, босс, получай, нубик. А чё он такой большой, кстати? Типа потому что босс, я у него между ног застрял. Это нормально или нет? Он на меня залазит, какой противный. Смотрите, я отошел, он на меня залез. Это какой-то нубик-босс-извращенец. Ну-ка, уйди отсюда, он даже не двигается. Три удара давай. На. Один удар, получай. Есть. Я развалил этого нубика. Через 8 секунд он уже респавнится? Да ладно, чё так быстро-то? Но зато можно пофармить на нем замечательно так гемасиков. Хорошо, хорошо, посмотрим, что здесь еще существует. Здесь должны быть где-то пэты. Есть вкладка пэты. Но где их взять, неизвестно. Кстати, ребята, напишите мне в комментариях, успели ли вы затестить этот симулятор или еще нет. И напишите, как он вам понравился. Если он вам понравился, то мы в него можем позаходить почаще в гости и попрокачиваться здесь. Можем сюда продать, получить монетки. А где пэтов купить? Я не вижу, где покупка пэтов происходит. Может быть, здесь, в магазине, шоп? Смотрите, здесь стадии. Первая стадия. Ну, у нас куплено, да? А, нет, 2 миллиона денег просит на первую стадию. Здесь у нас есть ДНК, но, в принципе, как и обычно. И у нас здесь гантельки. Можно даже следующую гантельку взять. Или вот эту. Купить все можно. О, смотрите, я сколько гантелек. Сразу две купил. Три. А, это подлагивает? Ничего себе, я сколько гантелек купил. Вот это да. У меня теперь какая-то черная материя высвечивается. Ой, я сразу же заполняю. То есть я одним ударом, я одним взмахом, вернее, поднимаю столько, что... А, можно здесь стоять, смотрите, и сразу продавать. Или нет? Или да? Ну, в принципе, можно, Все продается, все замечательно. Так что здесь можно остаться и пофармить столько монет, сколько тебе нужно. А где вот пэта? А давайте здесь еще ящик соберем, кстати, я его не собирал. Нужно собрать ежедневную награду, да? Это же ежедневная. Эй, а чё я не могу забрать? Почему? Или чтобы ее забрать, нужно вступить в группу. А, наверное. Ой, а ты кто такой? Что это? Ты кто такой? Откуда у тебя такой скин классный? Ничего себе, смотрите какой. Я тоже таким хочу быть. Но я теперь ниндзя Джуза, и я не могу позволить себе взять другие скины. Где питомцев-то брать? Я не понимаю. Неужели питомцы это... Вот эти ящики, так непонятно же то, что здесь питомцы продаются. А сколько надо? 150 гемов на одного питомца, а здесь 500 гемов. Обалдеть. Ну ладно, пойдем сражаться с боссом, собирать себе гемы. Я хочу себе питомца, а здесь питомец только... А нет, 3 питомца можно на себя надеть. Классно, классно, но пока я думаю, нам одного будет предостаточно. А сколько раз... Нужно будет, ну, в принципе, если я 2 раза убью босса и мне никто не помешает, то я смогу прикупить себе новенького пэта, но только он опять на меня залез. Что ты делаешь? Что ты делаешь, босс? Как мне с тобой сражаться? Ты должен сражаться как настоящий самурай, а ты, блин, на меня залазишь, весом берешь, да? Ух, какой! Блин, ребята, удалось только накопить 100 гемов, и сейчас босса завалят. О, меня ваншотнули, что это такое, почему? С одного удара меня вырубили, так не пойдет,
Блин, мне срочно нужен питомец, а еще, блин, копить 50 гемасов. Сложно, здесь потому, что друг друга можно убивать. Можно друг друга убивать, и это не круто. Давай еще два удара, все, мы развалили босса, и сейчас будем ждать, пока отреспавнится новый. Но в принципе, если никто не мешает, то его завалить достаточно легко. Где он появился? Вот, иди сюда, боссик, нубик. А на него можно залезть, чтоб по макушке ему настучать? А ну, иди сюда. Сейчас я тебе покажу, кто здесь главный. Давай, давай, давай. На. Получай. Да, чё это такое? Ну все, ребята, в принципе, я нафармил себе на питомца. Сейчас оценим, надеюсь, выпадет что-нибудь хорошее. Давай, и что в мешочке лежит? Котяра? Нет, мышь. А мышь это самая простая, да? Ну, нет, 25%. Питомчик, давай надеваем, и он дает плюс 1%, 1,2% ко всему, в принципе. А где он у меня? Где мой питомец? Он появился? Нет, я не вижу питомца. Но написано, что есть. А во, он прилетел. Вот мышонок теперь рядом со мной. Хорошо, давайте теперь заодно заценим, что здесь есть в магазине. В магазине у нас за 300 робуксов есть плюс коином скорости X2. Вау, чего только здесь. Нет, есть какие-то коробки. Что за коробки? Не знаю. Но давайте тогда попробуем попрокачиваться. Мне нужно купить ДНК, чтобы больше вмещалось. В принципе, здесь все хорошо покупается. О, можно безлимитную купить, да? В магазине я не заметил. Ну, давайте поподнимаем штангочку. Штангочка. Сейчас 500 нафармим и пойдем продавать. В принципе, питомчик у нас вот такая мышонка. Она должна нам увеличивать доход. Сейчас мы 500 нафармим и посмотрим, сколько мы получим за все это деньжат. Вот 500 уже есть. Продаем и... А что так мало мы получаем? Мы 175 всего лишь получили. Хотя потратили 500. Не знаю, какая-то странная экономика здесь. Хорошо, давай следующую гантельки. Может быть, эти гантельки слишком плохие для нас. Ой, подожди, а сколько следующие стоят? Следующие 1К. Блин, мне не хватало, оказывается. Ой, а что это такое? У меня почему-то две гантели появилось, а теперь одна. Это какие-то баги, непонятные баги. Я чувствую баги, но только они баги не на прокачку, наверное. А сейчас, смотрите, вот у меня есть 500 монет, новая штанга. И мы идем, сдаем и получаем 600. Во, вот сейчас нормально. А почему в тот раз 170 было? Непонятно. Непонятно, вот сейчас нормально идет прокачка. Первый раз была какая-то забагованная, это я вам честно говорю. 5000 монет нафармили, можем идти покупать новые гантельки. А чтобы сделать триберт, нужно 2 миллиона, мы помним про это. Смотрите, у нас опять две гантельки появилось почему-то. А вот опять теперь одна. Интересно, с чем это связано. Но она, наверное, просто не успевает исчезнуть, мы слишком быстро покупаем гантельки. Смотрите, мы здесь можем бегать и продавать, но только нам деньги не засчитываются или засчитываются? А нет, засчитываются, просто не все деньжата нам засчитывали сразу. Я думаю, пора стоит прикупить целую кучу ДНК. И сколько у нас теперь вмещается? 10 тысяч? Воу, ничего себе, ребята, десятка тысяч уже нам помещается, но в принципе с помощью этой штанги мы на изи поднимаем. Вот буквально несколько секунд прошло, а мы уже нафармили 4000. И сейчас мы идем сдаем, должны нам дать, да, 7000 монет. Блин, я хочу еще питомцев. Почему никто не дает питомцев? А, здесь нет передачи питомцев. Да, я понял. Так бы, может быть, мне кто-нибудь подкинул халявного питомчика, но нет. Не тут-то было. Пойдем покупать новые гантельки. Сколько гантельки стоит? 5000! Воу! По 5000 стоит. А сколько их всего здесь? Ну, в принципе, не знаю, до конца сможем дойти, не сможем. Так, новая гантелька, появись. И поднимись. У нее такой прикольный эффект, салатик. Ой, это маленькая копия меня. Снеки Джуза Плей. Это точно маленькая копия меня. Но только я уже подрос немного, а ты совсем малютка. Не знаю почему, но я хочу почему-то сделать на этом видосе полноценный реберт. И если ты меня поддерживаешь, обязательно поставь лайк. Я сделаю это ради тебя, конечно же, чтобы показать,
что будет на следующей стадии. И вот теперь у меня вот такая огненная штанга. И она прибавляет мне весьма, смотрите, два поднятия, уже 3000, 7000, обалдеть, вот эта прокачка идет, вот эта прокачка, я понимаю. И денег у меня уже целая куча. О, у него, смотрите, какая штанга, у него жесткие какие-то эффекты, синие, красные, прекрасные. Обалдеть, я пойду, мне нужно покупать себе новое ДНК, потому что мне уже это становится очень-очень мало. И теперь у меня вмещается 50,50 тысяч силы. И опять-таки, смотрите, за секунду я уже 50 нафармил и уже продал. И у меня 74, даже 80 тысяч силы стало. Давайте покупать новые штанги. Будем смотреть, какие там есть крутые суперски. На что мне хватает? Неужели только на 2 штанги хватило? Нет, на 3. Следующие уже 30 тысяч, да, стоит даже больше. Где у меня вот такая красная? Красная, распрекрасная, вот молнии красные у меня теперь. Прям под цвет моего костюмчика, мне эта штанга нравится. Я думаю, ее себе оставить. Но оставить ее себе не получится, потому что нам срочно нужно прокачиваться дальше. Ух, ребята, ничего себе, смотрите, у них уже гантелька. Даже не гантелька, у них гирька, это у меня гантелька, а у них уже гиря появилась. Они гири прокачиваются, а что там дальше будет? Что же там будет дальше, блин? А я когда дойду до гири? Я тоже хочу гирю. Нужна мне гиря срочно, не знаю зачем, но нужна. Нужна. Кстати, я еще не посмотрел, что здесь за острова есть. 7-я стадия, 4-я стадия требуется. А здесь какая стадия требуется? 2-я стадия, блин, на первой стадии не получится туда прийти. Но за сегодня-то мы хотя бы первую стадию-то получим. Ну получим же, ну... Особенно-то вот с такой крутой гантелькой мы должны получить обязательно. Здесь даже девочки прокачиваются. Все прокачиваются. Ну сколько здесь? Ну, блин, мне не показывается полный список тех людей, кто здесь сидит. Думаю, пора вновь купить себе ДНК, насколько получится. Потому что мне уже 50 тысяч совсем не хватает. Вот 500, это уж другое дело. И теперь, ребята, следующее включение будет магия монтажа. Это когда я уже накоплю 2 миллиона на реберт. Потому что, ну что мне вам здесь показывать, как я долго буду стоять прокачиваться? Это же вам не будет интересно. Что ж, ребята, я накопил уже 2 миллиона денег. И могу теперь пойти купить себе стадию, наконец-таки. Ну, давай. Давай, сколько она дает? Плюс x1 к скорости, x2 к силе. Воу, а следующее сколько? Чего? 150 миллионов стоит? Да ладно. Но зато смотрите, у меня есть первая стадия. Стадия. И что-то я слишком быстро прокачиваюсь, по-моему. Ну хорошо, давайте с вами так договоримся. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я здесь дальше прокачивался, обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайки. И тогда я здесь прокачаюсь дальше, может быть до максимума прокачаюсь. Ну а пока что на этом у меня все, ребята. Не болейте, не скучайте, пока-пока.